Всех приветствую, дорогие друзья! У нас сегодня проекция на неделю. И у нас карта звезда, между ними юстиция, да, справедливость и карта влюбленные. Вообще-то по очередности карты они чуть-чуть по-другому выпали, но я их сделала как бы по-своему, чтобы оно действительно стало гармоничным. И также здесь дама пентаклей и двойка чаш. Во-первых, ставим проекцию такую, что в течение этой недельки, да, держите в себе тот настрой, который был изначально, то, что вы хотели и то, к чему вы стремились, то есть не разрушая. Мы сейчас ничего не разрушаем, вне зависимости от того, что сейчас полная луна, да, и мы можем делать чистки, можем... Ну, много чего можем, чтобы убрать, да, на полную луну, когда она убывает, какие-то деструктивы. Но на этой неделе вы можете своим собственным стержнем удержать то, что вам нужно, просто почувствовать и усилить именно свое чутье. Мужчины – мужское чутье, женщины – женское. Хотя мужчины очень часто свое чутье связывают со своими желаниями. Но на этой неделе вы должны подумать о нечто более повыше. Во-первых, у вас есть чувство, ради кого вы живете, ради кого вы можете совершать подвиги. Вот об этом и думайте, и на этой настраивайтесь. Это касается мужчин. Женщины, будьте уравновешены, не верьте всему тому, что видят ваши глаза. Это вам поможет расставить, но не все на свои места, это бы сказалось бы очень громко, да, и уверенно. А это вам поможет найти баланс к тому, что вам нужно. Присутствие третьих, четвертых лиц очень даже возможно. Возможно, вы будете замечать ухаживание женатого человека и думать сразу, зачем оно вам надо. Очень правильная мысль. Если она у вас есть, вы сразу подумайте, что вас заставило прийти к этой мысли. И если вы знаете жизнь этого человека, вы сразу можете понять, это вам надо или нет. Да? То есть, если этот человек во время праздников будет в другом месте, а вы будете одни, то зачем вам такой женатый человек? Но если этот женатый человек будет с вами все важные дни и будет вас поддерживать во всем, то, возможно, вам этот человек и нужен. В любом случае, именно чтобы вы не видели, а почувствовали, что вам сейчас нужно в данный момент. Дальше, у кого есть дети, у них на этой неделе будет хороший подъем, такой взлет. Даже многие из них заработают такую хорошую сумму денег. То есть, я бы сказала бы, февраль для семьи, вот сейчас уже, да, середина февраля, достаточно будет продуктивный. С марта месяца уже я буду доставать руны, и мы будем смотреть рунами. И финансы, и карьеру, и любовь. Ну, я думаю, так и получится, потому что часто, как только скажу, обязательно что-то внедряется другое в планах, и приходится либо с людьми по программе работать, и получается, что, ну, в такие дни, так как я веду посты, я не могу, например, поставить посты с проекцией той же самой недельки. Поэтому держимся... Знаете чего? Держимся доброго, чистого сердца. Мы не знаем, какое сердце рядом или около нас, но точно нас окружают те люди, которых мы и притянули в свою жизнь для чего-то или для кого-то. Поэтому мы знаем, какое у нас сердце. Давайте мы не будем сердиться, злиться эту неделю. И вы увидите, эта неделя с начала понедельника будет вас чрезмерно радовать. Ну а я с вами. Помните, что вы сильнее тогда, когда вы ради того, кого любите, действуете. Либо действуете для своей жизни, усиливая себя.
либо действуйте во благо того человека, кого вы любите. И обычно это всегда дает большие плоды, чем мы действуем только для себя, не говоря спасибо, не благодаря близких, а просто эгоистично существуя. Эгоизм – это хорошо для нового поколения, для новой тенденции моды, но это, к сожалению, саморазрушительно, и человек всегда недоволен собою. Поэтому прислушайтесь к проекции на неделю, и у вас будет открыто большое сердце, которое никто не сможет ранить. Ну а я с вами, с любовью, ваша Каролина.